двух жительниц Иркутска и замруководителя этнической диаспоры обвиняют в организации незаконной миграции. По версии следствия, одна из женщин согласилась связать себя узами брака с иностранцем за деньги. Следователи считают, что сговор случился в апреле 2021 года. Мужчина, представляющий интересы мигрантов, попросил знакомую найти горожанку, которая согласится вступить в брак с иностранцем за деньги, чтобы тот мог получить гражданство России. Невеста была успешно найдена, свадьба состоялась. За это участники схемы получили от приезжего вознаграждение, по данным прокуратуры, 50 тысяч рублей. Но лодка любви к деньгам разбилась, суровые законы. Действия брачного трио попали под статью об организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Итог – уголовное дело. В настоящее время органам следствия собрана полная доказательственная база, подтверждающая обвинение указанных лиц в совершении данного преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры Иркутской области направлено в суд для рассмотрения по существу.